Да? Просто поздороваться. У тебя есть более важные дела. Боже, отец. Что? Что мне сказать? Не знаю. Привет. Как дела? Чем занимался? Я знаю, чем ты занимался. Ничем. Тратил время в дрянной квартире на бесполезную работу, пока остальные сражались в попытке изменить мир. Ты просто гад! Что, опять меня ударишь? Учти, я дам сдачи. С чем работаешь? С кучей всего. Если ты идешь в поле, нам нужно будет поддерживать с тобой связь. Взлом местной системы этого не отменяет. Спасибо. За что? Не знаю, за все. Ты стольким пожертвовала. Вы с Шоном улучшили анимус, помогли с тренировкой, вытащили меня из комы. Ты столько возился с базой данных, помогал с загадками Клея. Я знаю, со мной не так просто работать. Простите меня. Просто я хочу, чтобы вы знали, даже если я ругаюсь там, я ценю то, что вы для меня сделали. Гляньте-ка. Это что? Я бы сказал, это счетчик. И думаю, можно предположить вот что. Когда эта штука опустеет, наступит конец. Ну вот, и еще пара монет в карман. Джонсон рассказал, в чем дело. Вам нужен как раз тот человек, который схватил меня. Его зовут Сайлас Тэтчер. Этот хлыщ работорговец? Не обманывайтесь его манерами. Он отъявленный мерзавец и садист. Что вы знаете о его людях? Их больше сотни. И половина красный мундир. Это все из-за рабов? Нет. Он капитан королевской роты. Командует фортом Саутгейт. Нужно пробраться туда. Дайте подумать. А пока я займусь последним рекрутом. Это Джон Питкерн. Я вас провожу. Избить меня и защищать мое имущество. Зачем вы пришли? Новый рекрут. Новая полежка в костер. Идите. Как вам это удалось? Вы забыли, сэр? Я подчиняюсь генералу Брэддеку. Когда не служу вам, конечно.
Вы дурак и предатель. Назовите причину, почему я не должен прикончить вас прямо сейчас. Вы собирались отчитываться? Или надеялись, что вас тут не заметят? Если позволите объяснить. Хо-хо, да ради бога. Очень интересно послушать. Я не дезертир, сэр. Я здесь по приказу полковника Амхерста. Покажите письмо с его печатью. И, быть может, вас не повесят. У меня нет письма. Моя служба такова, сэр, что... Такие вещи не доверяют бумаге. Хейтон. Генерал Брэддок. Вероятно, я зря удивляюсь. Волки часто охотятся стаей. Мистер Питкерн отлучится лишь на пару недель и вернется в полк, когда мы покончим с нашими делами. Явно весьма темными. Мало того, что мне буквально приказали отпустить Чарльза, но о нем речи не было. Я его не отдам. Эдвард, послушайте. Мы закончили. Проводите их. Этого я не ожидал. Ведь я когда-то звал его братом. Что теперь? Если мы вернемся, нас прогонят. Нам тут делать нечего. И им, к счастью, тоже. Идемте. Что вы задумали? Выкрасть Питкерна. Что? Увидите. Теперь, когда я подам знак, отвлеките солдат Брэддока и заманите...
может, Мальборо? Нет, там довольны жизнью. Дома богатые, забот мало. А Линстрит и Шипстрит? Да. У иммигрантов всегда много проблем. Они скорее схватятся за возможность набить кошелек, чтобы прокормить детей. Я сделаю вид, что это была случайность. Успокойтесь, Майнхер. Все воры и негодяи! Будь проклята ваша война! За ним! Оставь его, Эдвард. А, опять ты. Отпусти нас. И Джона Питкерна тоже. Я не дам оспаривать мой авторитет. И я. Скандалы их всех. Ты был моим братом когда-то, и я не подниму на тебя руки. Но если мы встретимся снова, тогда пеняй на себя. Вы свободны. Предатель! Ну, ступай! Ищи с ними миражи! Надеюсь, ты вспомнишь меня! Вы неспроста учинили этот бедлам. Чего вы хотите от меня? Я все объясню по дороге. Вонючей яме!
сомневайтесь! Такое предложение раз в жизни встретишь! Все чудеса света по сходной цене! Ищите выгодной цены! Все чудеса света по сходной цене!